отделение «Альфа», директор клуба «Ярополк», а также депутат городского округа Красногорский. Все это один человек, Илья Шадриков. Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно мы отметили День ветерана боевых действий. И, наверное, в моей речи вы сможете услышать, может быть, какой-то негатив или жесткие фразы, но все-таки я считаю, те слова, которые будут мною произнесены, они достаточно патриотичные, и как раз по ним можно судить наши реалии. Сказать спасибо должен каждый сегодня всем ветеранам за то, что они, рискуя своей жизнью, сделали все, чтобы наша страна осталась в целостности и осталась независимой. Мы благодарны им за то, что наши дети могут сегодня гулять и смотреть в мирное небо над головой. Пусть даже День ветеранов боевых действий станет хорошим поводом оказать должное внимание тем, кому мы сегодня обязаны. Счастья, здоровья, и пускай их дети участвуют только в битвах, в сражениях, в онлайн-играх и никогда не смогут понять тех чувств, которые их отцы, ветераны боевых действий, смогли испытать в реале. Что касается современной повестки, все мы знаем, что сейчас происходит и чему посвящено это мероприятие. В свое время, я считаю, мы попали в обезжиренную культуру минимального набора знаков, и через них Америка легко управляла нашим сознанием и нашим подсознанием и нашими поступками. Эта искусственно созданная среда привела к падению общего уровня культуры среди молодежи. И именно в сердцах молодежи появился тот момент, что лучше свою страну бросить и уехать на новый континент к американской мечте. Что сейчас творится на Донбассе, это не противостояние России и Украины. Это более глобальное, более масштабное, может быть, даже последнее нападение западной цивилизации на русский мир. В этом, безусловно, есть и немного наша вина. Объясню почему. Потому что в какое-то время, в какой-то момент мы как будто себя отрекли, хотели стать другими. Это же сейчас делает и попытается сделать именно Украина. Россия, она была слеплена европейскими ценностями и в какой-то момент тоже хотела стать Европой. Но у нее это не получалось, она не понимала, почему это сделано. Все мы знаем европейские ценности. Это уважение, достоинство граждан человека, демократия, свобода выбора и защита прав человека. Это, в принципе, неплохие ценности, но на самом деле, если мы изучим и поймем, какие ценности у нас, то наши ценности намного выше. Это суворовская. Сам погибай, товарища выручай. Народная. Яму другу не надо рыть. Наша христианская, не пожелай того человеку, чего сам себе не хочешь пожелать. И кавказская – это уважение к старшим. Нигде в европейских ценностях вы не можете найти тот момент, как милосердие выше справедливости. И именно это делает русского человека на самом деле русским. Подвиг наших дедов, любовь к родине. И как бы это громко ни звучало, любовь к врагу. Все это присуще нам. Быть русским – это наша национальная идея. Русские – это больше, чем нация, это больше, чем генетика. Это те самые ценности, которые наш народ через все эти века, на протяжении тысяч лет, хранил. Русский – это дагестанец Магомед Нурмагомадов, поляк Константин Рокоссовский, украинец Иван Кожедуб и татарин Фатых Шарипов. Для того, чтобы быть русским, не надо убирать из себя национальность и веру. Надо просто в себе нести идею мировоззрения, помощи друг друга, уважать русскую культуру и русский народ. Демократия и верховенство права, как есть в ценностях европейских, это, в принципе, не ценности русского человека. Это лишь формы существования социума в современном мире. Я не готов отдать жизнь ни за то, ни за другое. Но я готов к этой жертве, если речь идет о моей стране и моем народе. Потому что быть русским – это больше, чем жизнь. В 93-м году Америка тогда еще готовилась с большим планом нападения на современную Россию. Она планомерно погружала нас в свою реальность. Но в то же время наш президент Владимир Путин, такое выражение, на заднем дворе выращивал лучшую армию в мире, чтобы в определенный нужный момент обрубить клещи этой американской матрицы. Я уверен, что победа будет за нами. Все мое подразделение, где я служил, сейчас находится там. Я много своих друзей потерял, которыми учился еще и в Суворовском. Я искренне верю, что действительно победа будет за нами. И хотел сказать слова благодарности депутату Государственной Думы Сергею Владимировичу Колунову за то, что организовывает такие мероприятия. Спасибо.